Приветствую вас. Ситуация в целом мне ясна, которую вы описали. Вы встречаетесь с парнем год, его родители, он с родителями переезжает в другую квартиру, и вы полностью помогаете, перевозить, складывать и делать в порядке. Правда, это вот не очень понятно, что перевозить, что складывать и как именно порядке делать, вы помогаете. Но я так понимаю, это уже детали. Вот. Только здесь на самом деле следующее. Вы говорите о том, что его родители спрашивают вас о квартире, значит, ну, понравилась вам квартира, не понравилась ли она вам, вот. И вы как бы хотите понять, желает ли парень, чтобы вы переехали к ним, вот. Здесь на самом деле есть проблема. Дело в том, что изначально ваша идея о совместном проживании с его родителями вызывает некоторые, ну скажем так, сомнения, потому что, например, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы будете жить по факту с его родителями еще. Даже если у вас сейчас хорошие отношения с родителями его, то совершенно не факт, что эти отношения будут такими же хорошими, если вы, например, будете жить вместе. Вот. И вопрос, на самом деле, он заключается в том, хотите ли вы, готовы ли вы рисковать. Значит, своими нервами, отношениями, вот с родителями, да, ради того, чтобы, ну, встречаться с мужчиной, вот. И, по сути, быть лишенной, значит, самостоятельности. Да, то есть вы вот в этих отношениях с мужчиной, да, вы будете лишены самостоятельности именно по той причине, что родители будут, ну, устанавливать они будут, значит, свои правила. Ну вот, и, соответственно, вопрос, который у меня к вам, да, это такой, готовы ли вы к этому, то есть, понимаете ли вы все, скажем так, риски и все подводные камни данного решения, вот. То есть, если вы не понимаете, если вы отдаете себе отчет в том, чем может, ну, грозить, например, подобная операция, то, соответственно, никаких проблем с этим нет. Если вы не понимаете или если вы считаете, что у вас все будет хорошо, то, соответственно, есть определенные сомнения на этот счет, потому что, как показывает практика, не все бывает гладко. Значит, по поводу того, значит, хочет ли мужчина, чтобы вы переехали с ним. Ну, к нему. Во-первых, если вы говорите, что
хотите понять, то есть, ну, если вы говорите, что вам хочется понять, желает ли он этого или нет, то здесь есть определенная, на мой взгляд, неуверенность в себе у вас. То есть, либо вы боитесь, например, его потерять, мужчину, либо вы, повторюсь, не уверены в себе, ну, в чем-то, как-то и так далее. Либо вы, значит, преследуете какие-то свои цели, которые, ну, для вас, очевидно, важны очень. Вот. Потому что, ну, если вы хотите понять, желает ли молодой человек, чтобы вы переехали к нему, то это ваша собственная заинтересованность. И она, эта заинтересованность, чем-то обусловлена. То есть у нее есть какие-то свои обоснования. Вот. И важно понять, что именно. Важно понять, что именно за этим стоит. Потому что если вы, например, допустим, преследуете свои цели какие-то, то вы рискуете впасть в зависимость от молодого человека, вот, и его родителей. Что, естественно, ни в коем случае вам, ну, на пользу не идет. Вот. Это, я надеюсь, понятно здесь. Вот. Если вы хотите это сделать для молодого человека, то есть, если вы считаете, что ваши действия приведут к тому, что он будет, ну, в большей степени счастлив, чем, например, сейчас. Это вопрос другой. Тогда, да, вы можете с ним об этом поговорить, вы можете у него спросить, то есть, даже не спросить, а просто сказать, что... А вы знаете, можно даже не говорить. Вы просто можете изобразить грусть, значит, ну, вот, именно на невербальном уровне. Вы можете изобразить грусть и тем самым молодой человек увидит, что с вами что-то не так происходит, ну, что-то не то происходит. И для него это будет показателем, если он беспокоится о вас, если он волнуется о вас, если ему не плевать на вас. Он будет расспрашивать о том, что с вами, и так далее. И по большому счету вы тогда и сможете ему сказать, что вот, дорогой, я бы хотела там, например, видеться с тобой, да, там, почаще и так далее. Вот. Или я бы хотела быть ближе. Вот. То есть нужно, чтобы молодой человек как бы сам проявил инициативу. Вот. Но. Здесь есть один нюанс. Да, здесь есть один нюанс. Какой? Значит, нюанс следующий. Смотрите. Если мужчина, значит, если он любит, хочет, может проявлять инициативу, ну, то есть, если ему это важно, вот, проявить инициативу, да,
то вам саму инициативу при этом проявлять не нужно, потому что мужчина это заденет, мужчина будет думать, что вы его там как-то, ну, провоцируете, как-то заставляете делать то, что ему не нравится и так далее. А вряд ли это будет полезно и хорошо для вас. Поэтому тут лучше все-таки мужчину самого привести к тому, чтобы он выразил это вот желание, да, чтобы он выразил желание, значит, ну, быть с вами ближе. Вот. Если мужчина нерешительный, и вы об этом знаете, что он нерешительный, то тогда, конечно, имеет смысл самой его подтолкнуть, потому что, ну, нерешительный мужчина, он как бы может очень долго расспрашиваться, вот, топтаться на одном месте, и в итоге ничего не будет, да, вот. Поэтому здесь вы действуете как-то уже более решительно, потому что, ну, иначе можно просто продать очень долго, вот. Но если мужчина нерешительный, с другой стороны, то тут нужно иметь в виду, что он будет такой всегда, то есть он будет таким все время. И если вам не нравится, что мужчина нерешительный, то лучше всего будет либо его стимулировать на то, чтобы он был более решительным, ну, это уже отдельный разговор, да, про стимулирование, да, либо вы его, значит, будете стимулировать, либо вы будете от него отдаляться, потому что, ну, в противном случае, кто-то из вас будет, ну, будет несчастлив, вот, в противном случае. Поэтому эти аспекты нужно хорошо для себя выделить. Эти аспекты нужно хорошо для себя понять, вот, и, соответственно, применить их к вашей ситуации, в которой вы оказались. То есть, грубо говоря, да, вам необходимо сделать выбор, как вы будете себя вести, вот, а выбор нужно сделать, исходя именно из того, какой мужчина, собственно говоря, у вас. Вот, ну, то есть, что он из себя представляет, мужчина ваш. И тогда ситуация будет развиваться так, как она должна развиваться. То есть, естественно, без каких-либо отклонений. Вот. Подумайте обязательно над тем, хотите ли вы жить с его родителями. Чем это для вас может обернуться, вот, обязательно подумайте, потому что это важно, вот. Я вам желаю удачи в этом, надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.